Всем привет, с вами я, Йохан Кей, и в первую очередь хочется сказать спасибо всем тем, кто поздравляет меня с днем рождения. Да, сегодня мой день рождения, 3 марта, мне очень, правда, приятно, друзья, что вы поздравляете меня, потому что столько, такое количество поздравлений, на самом деле, я даже не ожидал, что сегодня, зайдя с утра, уже буквально в 10 утра было порядка 40-50 сообщений где-то, да, и просто действительно очень приятно, друзья, по возможности стараюсь всем вам отвечать. Но просто такой ажиотаж, даже не знаю, как это. На самом деле, действительно, очень приятно. И я хочу вас еще раз поблагодарить, сказать вам большое спасибо. Потому что любое внимание в мою сторону, как в сторону музыканта, так и в сторону просто человека, всегда приятно, вы сами это знаете. И я выражаю вам свою искреннюю благодарность. Ну, а тема нашего сегодняшнего видео, это написание хэппи бутлега. Давным-давно я начинал свою карьеру музыканта с такого стиля, как дэнс-кор, хэппи-хардкор и прочие стили, которые у нас варьируются от 145 ppm и до чуть ли не 180. Суть в том, что этот стиль раньше был довольно-таки популярен, но потом, на пике времен, когда наша транс-культура вместе с непосредственно и хардкором, и дэнс-кором, и прочими ответвлениями этого стиля стала идти на спад, мы, естественно, стал возрождаться хаос, появляться хаос, точнее, он появился из то есть каких-то определенных других стилей, да, то есть это был в начале Acid House, с которого начинал Майк Кэндис, и в дальнейшем он трансформировался в какие-то определенные стили хаоса, то есть такие модные стили, как Dutch House, андеграундные стили а-ля Tech House, ну и прочее-прочее. В общем, вы все знаете, что такое хэппи бутлег, ну, что это такое, так как вы это слушали у меня на странице, я это выкладывал. Первый раз мой опыт создания хэппи бутлега был на работу Jack Holiday Love For You. Сам результат этой работы показал, что людям очень нравится это звучание, люди качают, люди оценивают, люди берут это в миксы, люди это играют. Следовательно, я понял, что хэппи-бутлеги – это достаточно интересная часть моего творчества, и что на нее стоит сделать упор. После этого я выпускаю очередной бутлег Modana A Culprit Party Crash, называется трек. И, в общем, сегодня я бы хотел рассмотреть создание этого трека, как я и что писал, и помочь людям, которые уже немножко разбираются в музыке, да, которые пишут сами, если они хотят создать хэппи-бутлег, то я расскажу, как это делается. Итак, друзья, что же такое у нас Happy Bootleg? И как же его нам написать? На самом деле все очень просто. Давайте для начала послушаем наш оригинал. Как он у нас звучит, да? То есть он у нас звучит следующим образом. Собственно, вот так звучит оригинал. Для того, чтобы, естественно, нам написать наш ремикс, мы с вами должны подобрать мелодию оригинальную. Как она звучит в оригинале? Подобрал я ее следующим образом. Она звучит вот так. Это мелодия, которую наиграл я. Секрет хэппи бутлега заключается в том, что мы просто с вами берем нижнюю часть мелодии, да, которая у нас звучит вот здесь, вот тут вот она у нас звучит, да. Мы трансформируем ее, просто обрезаем нотки, то есть последние три нотки мы обрезаем, делим на пол такта, короче говоря. И получаем вот такую вот мелодию. Она сделана из вот этой. Конечно, тут получается каша-малаша, но если слушать в оригинале, да, то все звучит очень круто. И, естественно, мелодия получается вот такой вот, вместе с верхней ее частью. Она состоит у нас из трех звуков. Thank you.
как звучит она у нас вместе с оригиналом. И вот, собственно, как я и говорил, в конце каждого квадрата мы с вами вставляем оригинальную фразу. Вот так тут, да, у нас? И, естественно, в оригинале была очень классная штучка с рэпом, да, то есть там была такая зачиточка, и мне она понравилась. Я решил разнообразить свой бутлок и просто срезал ей нафиг низкие частоты и просто вставил свой бутлок, и это вышло вот так. И, собственно, вторая яма, да, она у нас звучит здесь вот. И выходит она в следующую мелодию, да, то есть мелодия после второй ямы у нас трансформируется вот в такую штучку. Очень-очень круто. И мы получаем с вами вот такую штуку. Собственно, вот так вот, друзья, это все звучит дело. Мы с вами вставляем фразочки из оригинала, чтобы наш бутлег был как бы совмещен с оригинальным, да, не было различия. И получаем вот такую вот классную мелодию. Спасибо всем, друзья, еще раз за поздравления. Очень приятно, правда, на самом деле не ожидал, что будет столько много поздравлений. Всем спасибо за просмотр данного видео, надеюсь, что вам оно понравилось, кому-то чем-то помогло. Ну, а с вами был я, Йохан Кей. Всем спасибо и до скорых встреч. Услышимся.